Так, сегодня у нас задачка. Задачка, нам надо заменить петлю, грубо говоря. Петля рамная отломалась. Евгения, кстати. Мы тут приезжали, ее подтянули вот на эту штуку. Сейчас нам надо снять створку. Но не открывать. Надо снять створку и... заменить, собственно, петлю. Смотрим, что разломалась, закладная осталась там. Сломали, кстати, ее, скорее всего, чего-то сюда подкладывали, какие-нибудь книги. Ну и ветром ее вырвало просто. Так, что надо кондуктор найти. Сегодня у нас с собой есть кондуктор. Мы его заколотили. И сейчас будем делать по нему отверстие. У нас сегодня все как бы в старое отверстие ничего не попадает по виду. Сейчас его подколотить. С помощью такой штуки ставится, делается отверстие, грубо говоря. Пусть он будет. Так. Кстати, Евгения, у него есть регулировка по режиму петли. Звездочка. Так. Петля новая стоит. Крутить, куда он у нас должен закрутиться, саморез, там старый штифт. И здесь тоже. Интересно. В общем, нет, все нормально, мы закрутили. Тут маленько пришлось ее под наклоном сделать. Так, теперь рамную петлю нам надо заменить. Эту откручиваем. Берем кондуктор. Так, берем эту и без того, чтобы нигде не подставлялась. Все. Петля стоит, можно навешивать. Это стоит, можно навешивать, что тут осталось. Сейчас подоконник убираем и навешиваем. Навешиваем. Давай. В общем, петлю мы защелкнули, но у нее такая вот проблема, у нее так очень как будто вылез у нас, задевает об эту вот ветку. Тут все вроде максимально, и она как будто вообще криво стоит. Вон как, не поджата к профилю. То есть это должна быть в пазу. Хотя винты как бы никуда не сдвигались, никто их не крутил. Вообще непонятно, сейчас придется опять снимать ее. Что мы ее выправили, эту штуку выправили. Эту штуку туда заколотили. И сейчас будем закручивать ее. Все, сейчас у нас там ничего не задевает. Столько спокойненько закрывается. Открывается. Все. Все отлично, здесь все поджимает, щель нет такой больше. Деваем накладочкой. Прикручиваем. Наружный прижимчик, куда мы его только дели, непонятно. Все, окно победили, петлю заменили, наружный прижим переделали. Теперь все открывается. Открывается. Сюда ложить ничего не надо, потому что будет такая же ситуация с проломкой. Здесь, кстати, тоже задевалось, все видно след. Что-то такое болезненькое.
Смотрим сейчас, как все ничего не забивает. Победа. Победа за нами. Следующая. Ну, еще такое же окошко с такой же проблемой. Вот оно как выглядит. А это как выглядит оно внутри. Вот этот, который... О. Так. А у вас есть какая-нибудь ветошь, вот нам вот это все убрать? Потому что оно тут, наверное, 5 лет уже стояло в таком состоянии. 5 лет? 50, что ли? Ну, да. 50, да. Как, я не знаю даже, сколько лет. Впрочем, это уже совсем другая история.